женщина прекрасна в любом возрасте. Легкий макияж, строгая осанка и хорошее настроение. Валентина Синько даст фору любой красавице. Когда привожу себя в порядок, я на улицу не выхожу без соответствующего макияжа. И всегда говорю, я иду украшать мир. Дамы серебряного возраста из клуба «Активное долголетие» стали главным украшением праздника. В честь Дня красоты в театре Натальи Бондаревой прошло дефиле 60+. Они большие умницы, они накануне репетировали. Они, вот я, знаете, как я вот так вот красной линией сказала, что это очень ответственные люди. Вот «Активное долголетие» – это наш такой очень хороший тыл. Если правильно с ними найти взаимосвязь, да, вот какую-то и понять, как объединить усилия. Я думаю, что можно действительно много сделать таких мероприятий, которые останутся потом уже на многие года. Авторская коллекция русского женского костюма на таких статных красавицах обрела особый шарм. Все с душой, ручная вышивка, бисер, кружево. Каждая деталь продумана до мелочей. Они уникальны, и все они делают своими руками. Я знаю это точно, потому что мы знаем друг друга много-много лет. Сколько себя помню, я только помню Наталью Владимировну, ее маму, папу. Это целая такая армия вокруг людей, которые, они уникальны, талантливы и делятся, самое главное, добром. Опыт сотрудничества в таком формате пока в новинку для всех, но результат превзошел ожидания. После такого сложного периода у нас как бы это второе дыхание открылось, началась новая жизнь. Мы стараемся войти в новые форматы, с новыми предложениями, с новыми идеями. И мы вот в нашем стремлении новых форматов нашли наших союзников, единомышленников в лице Натальи Владимировны Бондаревой, ее театра. Поэтому вот сейчас мы новый виток, новая жизнь и новые какие-то покорения новых вершин. Музыка, поэзия, театральные постановки. Праздник дал начало новой традиции, считают организаторы. Впереди много новых совместных творческих работ. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».